Всем привет с Бали, со сказочного острова, именно с Убуда. Сейчас мы находимся в комплексе Парк Ю. Да, спасибо. В Парк Ю мы находимся, да. Да. И я решила записать влог, насколько это будет возможно, один день из жизни в Парк Ю Убуд. Сегодня, кстати, первый день, когда я готовлю завтрак дома. Обычно мы едим в кафе. Но сегодня дождь, и, как ты знаете, мы здесь уже неделю отдыхаем. Хочется, да, хочется обычной домашней овсяной каши. Выглядит, конечно, не очень, но это вкусно. Овсянка на овсяном молоке. Первые 5 дней отдыхали на Седуа. Решили сами справимся в отеле, но это было сложно назвать отдыхом. Поэтому, приехав в Убуд, я сразу нашла няню. Здесь это очень легко на самом деле. И вот скоро к нам придет няня. И мы будем играть все вместе, да. Вся правда о соцсетях, когда ты снимаешь завтрак вот так вот. А тут у тебя еще немножко запрещенки. Вчера мы ездили в Пипита купить фруктов, овсянки, чего-нибудь такого на перекусы малому. И я поняла, что на Бали нет смысла готовить дома, потому что будет стоить также лучше найти какие-то классные кафе, какие-то заведения, где можно заказывать еду. Ну, либо, допустим, здесь в Парк Ю просто можно заказать в апартаменты, можно пойти поесть. Здесь это правда вкусно. В этом кафе получается как типа Subway, только с полезной едой. Просто выбираешь, что ты хочешь, даже есть гречка. База, овощи, яйца, протеин. Ну, и там соусы, фрукты, орешки. Что хочешь. Такой просто тазик еды у меня получился на 96 тысяч местных денег. Мы все-таки решили выйти с парка и поехать на тропу художника. Ехали сюда мы очень долго, минут 40, наверное, хотя это рядом. Sharp little bit, but blue. Tick-tick. We call this Putrimalu. Tick-tick. Размер листочка с дерева. Такой ночной дежур, хотя какой ночной, когда сейчас сколько? 7 часов вечера. Кстати, прошли мы по тропе почти 4,5 километра, поэтому, думаю, можно. Фруктики, шоколадки, Эмили, все, что нужно. И прекрасная квартира, вилла, таунхаус. Каждый выход из Парк Ю – это просто выход из зоны комфорта. Мы поехали на эту тропу художника. Конечно, очень красиво, но ехать туда, во-первых, долго, а обратно ехать еще дольше. Мы приехали в центр Буда и по тропе поднялись вверх. И оказывается, там, где подняться вверх, туда не приезжают такси. Нам повезло, мы просто поймали водителя, который привез людей в один из отелей там. Вот, он нас отвез обратно. И когда мы ехали обратно, у нас случилось приключение. Я решила поменять деньги. Отправила мужа, конечно же. Вот, чувак, который менял деньги, он решил скинуть 400 тысяч почти местных. Вот, но я сразу пересчитала, мы чуть-чуть отъехали, я пересчитала, я говорю, нет, не хватает, мы вернулись. И уже водитель пошел, просто сам такой вызвался с моим мужем, к этому меняли. И, короче, да, он вернул деньги, которые не доложил.
Вот, поэтому проверяйте, проверяйте, когда меняете деньги вот так вот. Просто на ровном месте. Считаю, что третью часть суммы мы 100 баксов поменяли, и так вот, значит, 300 тысяч почти чувак скинул. Вот, ну все хорошо, вернулись домой, уставшие. Здесь мы заселились в двухкомнатный таунхаус. Итак, рум-тур таунхауса в Парк Ю. Такой вот у нас небольшой дворик с пальмой. Тут можно заниматься йогой, ну, либо ничем не заниматься. Дальше. Итак, заходим в сам дом. Буду снимать на обычную камеру, не на 0,5. Кухня совмещенная с гостиной. Ну, я думаю, кухней мало кто пользуется. Мы только кашу овсяную варили здесь. Чайник, кстати, не работает. Пообещали поменять. Такая красивенная картина. Здесь стоит стиральная машинка. Гостиная с вот таким вот видом на сад, лес. Это все очень круто. Тут иногда котики бегают, ночью жабки квакают. Соседей, кстати, не видно. Хотя вот, видите, напротив дома. Продолжаем рум-тур. Вот такой вот мега комфортный диван, на который хочется просто сесть, включить Netflix и ничего не делать. Конечно же, зеркало. Угу. В полный рост и не в полный рост. Красивейшие картины здесь у нас. Моя любимая в спальне вот этой вот. Вот такая картина, на которую можно просто смотреть. Также красивая люстра здесь и такой же прекрасный вид на сад. Ну, конечно, жабки немножко ночью мешают. Огромная кровать. Кресло и ванная комната. Кстати, шкафы здесь вот такие вот, как сказать, прозрачные, непрозрачные. В общем, чтобы вещи не задыхались, потому что влажность... Это очень классная идея. Итак, ванная комната, туалет, все простенькое, вот такой вот душ. Душ единственный минус с маленьким ребенком, вот как ребенка купать под таким душем. Это, конечно, сложность, но мы приловчились. Так, поехали дальше. Кухня, да, я вам показала. Тоже красивенная люстра на кухне. И вторая спальня. С видом на... дворик. Тоже большая кровать. И вторая ванная комната. Ну, по сути, такого же плана, только чуть меньше. Вот такой вот таунхаус. Конечно, классно, просторно. После такого не хочется переезжать в гостиничный номер 33 квадратных метра. Поэтому пока мы здесь продлеваем и продлеваем наше нахождение. Вот, кстати, вторая площадка прям рядышком с нами. Даже вот там вот дальше есть песочница, и тут вот рядом ресторан. Вот, тоже типа такой песочница что-то. Сейчас поведем ребенка в Kids Fort. Это такая классная игровая. Мы там уже были раз, ему очень понравилось. Ну и почему бы и нет, заодно вам сниму. Классная игровая, конечно, и главное, что чисто, чтобы родители поймут. Иду на йогу. По-честному сказать, я уже так давно нормально не занималась. Это, знаете, такие там 10-15 минут какого-то стрейтинга обычно дома. А тут решила пойти на полноценный урок. Выглядит Парк Ю за забором, буквально
5 минут есть небольшой маркет. Вот мы прошлись, лесовые поля, там растут бананы. И вот такая дорога, конечно, по ней идти не очень удобно. Но сейчас немного машин, поэтому норм. Кокос. Люди перевозят на мотоциклах все, что только... магазин с вкусными чаями. Здесь есть тренажерный зал, спа, огромнейший бассейн, здесь есть детская игровая, здесь есть детские площадки. Короче, такое полноценное место, где можно комфортно жить. И в целом вот комплекс такой, где действительно можно жить, не знаю, месяц, два, три, вообще не выезжая отсюда, потому что, выходя на улицу, сразу ты погружаешься в вот эту вот атмосферу, дороги без пешеходных дорожек и всякое такое. А здесь можно ходить, гулять, красиво одеваться. В общем, классно.